Шаг за шагом вчерашняя выпускница Дарья Полячук приближается к своей мечте. Централизованное тестирование позади, осталось лишь уточнить некоторые волнующие вопросы. Ведь свой осознанный выбор, куда поступать и на какой факультет, она уже сделала. Это новое не только для Бреста, но и для всей Беларуси специальность урбанология и сити-менеджмент на базе Брестского государственного университета имени Пушкина. Про специальность я смогла узнать на страничке университета в одной из социальных сетей. Меня привлекает то, что в специальности сочетается несколько отраслей. Конкретно это логистика, география, какие-то математические навыки. То есть в этой специальности все обо всем. Я считаю, что это достаточно востребованная профессия для всех абитуриентов, поскольку города будут развиваться, и такие специалисты будут необходимы в будущем. Для поступления будущим урбанологам необходимо было сдать централизованное тестирование по географии, математике и белорусскому либо русскому языку. Очная форма обучения составляет 4 года. Всего для студентов по данному направлению выделено 17 бюджетных и 3 платных места. Учебный план этой специальности носит мультидисциплинарный характер, а это значит, что он включает в себя дисциплины из самых разных отраслей знаний. Безусловно, это хороший географический базис, но он имеет практикоориентированную направленность. То есть это не просто метеорология и климатология, а это климат городов. Не только гидрология, классическая географическая специальность, но и гидрография города. И так по всем географическим специальностям. Кроме географической основы, в учебном плане есть и инновационные дисциплины, такие как геоинформационные технологии, как брендинг городов, как создание безбарьерной среды в городе. То есть те специальности, которые позволят сконцентрировать все-все знания о городе и сделать его удобным для жизни. Мы хотим сделать эту специальность максимально практикоориентированной. То есть учить не тому, что знаем мы, а учить тому, что действительно сегодня нужно и востребовано нашему городу и другим городам Беларуси. Здесь есть огромное поле для работы. И транспорт, и озеленение нашего города, планируемая городская застройка, реконструкция, сохранение культурного наследия. То есть все это огромный пласт проблем, которые нужно решать в едином комплексе. Прием документов начнется уже с 18 июля. А между тем в университет поступило уже порядка 400 заявок от различных организаций на трудоустройство урбанологов в период с 2026 по 2035 год. А значит, специальность урбанология и сити-менеджмент не только передовая, но и востребованная, что для молодых специалистов особенно актуально. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.